Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? Все ли в порядке? Поставьте, пожалуйста. Слышно хорошо. В чате, если все хорошо. Слышно хорошо, видно, да. Спасибо большое. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Виктория Елисеева, я ведущий методист Центра дошкольного образования компании «Мобильное электронное образование». И сегодня тема нашей сегодняшней с вами встречи – это инструменты взаимодействия между участниками образовательных отношений в цифровой образовательной среде «Мобильное электронное образование». Первый вопрос, который я хотела бы задать нашим слушателям, я вижу, что у нас очень много слушатели из разных регионов, есть и сады, которые с нами уже давно работают, это и Ханты-Мансийский автономный округ, и Пермь, и другие регионы, есть те, которые, наверное, только собираются к нам присоединиться, я видела город Кемерово в чате, видела многие другие города, очень приятно всех видеть. Скажите, пожалуйста, коллеги, есть ли среди нас те, кто совсем ничего не знает про МЭО, то есть вот только первый раз пришли к нам для того, чтобы познакомиться? Тоже, пожалуйста, не поставьте в чат плюс, если вы не знаете про МЭО и вам хотелось бы услышать о нем впервые. Есть такие, замечательно. Ну, тогда буквально несколько слов я скажу в целом о платформе, что она из себя представляет, какие у нее есть преимущества, и потом уже мы перейдем непосредственно к разговору об инструментах взаимодействия участников образовательных отношений. Сейчас, так, одну секунду, я начну с презентации. Итак, ну, я не буду долго говорить о том, что, конечно же, цифровая образовательная среда – это очень важно, и для дошкольной образовательной организации, в частности, у нас есть нормативные документы, которые это регламентируют. К примеру, вот указ президента Российской Федерации номер 204, где написано о том, что мы должны создавать современную безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую качество и доступность всех видов и уровней образования. То есть это вот как раз имеет отношение к дошкольному образованию как к уровню. Далее мы обязательно должны принимать во внимание, что дошкольники сейчас растут совершенно в другом мире, в условиях цифрового и реального мира, которые создают единое пространство развития личности дошкольника. Простейшие цифровые навыки малыши осваивают одновременно с нормативными для раннего детства умениями. В семье растут смешанные социокультурные реальности традиционной и цифровой, что родители дошкольников – это также представители цифрового поколения. Для педагогов это крайне важно учитывать. И, конечно же, что использование адекватных возрасту цифровых образовательных ресурсов положительно влияет на развитие детей. Ну, то есть тут ключевое слово «адекватных возрасту» и «образовательных ресурсов». Ну, а значит, мы с вами можем сделать вывод, что современная цифровая образовательная среда – это неотъемлемая часть пространства дошкольного детства. Ну и что же, собственно говоря, из себя представляет платформа «Цифровая образовательная среда МЭО Детский сад» как компонент образовательного пространства или экосистемы дошкольного детства? В платформе «МЭО Детский сад» есть 4 образовательных курса. Это курсы для 3-4 лет, 4-5, 5-6 и 6-7 лет подготовительных школ и группы. Ну, соответственно, если детский сад подключает сразу все 4 курса, то у педагогического коллектива есть возможность использовать весь контент для любого из возрастов, потому что мы понимаем, что не всегда есть в группе, например, 4-5, только дети 4-5 лет. Есть дети, которые младше, дети, которые старше, поэтому, конечно же, лучше иметь доступ ко всему контенту в целом. И это инструмент управления образовательным процессом. Так, уважаемые коллеги, вот я вижу в чате, нет звука, и если это единичный случай, то проверьте, пожалуйста, свое подключение. Коммуникация участников образовательных отношений представлена двумя инструментами. Это личные сообщения и конференции, собственно, о них и пойдет речь на нашем сегодняшнем вебинаре. Кроме того, есть еще инструмент индивидуальная образовательная траектория для каждого ребенка и инструмент планирования органайзер. Чуть подробнее о них позже. Каковы основные преимущества цифровой образовательной среды «Мой детский сад»? Ну, во-первых, конечно же, обеспечены требования федерального государственного стандарта дошкольного образования. Весь контент МЭО построен на единой методологической, научно-методической и ценностно-смысловой основе. Контент верифицирован, избыточен и безопасен. Это очень важно, конечно же, для использования вообще в образовательных организациях и в дошкольных образовательных организациях в частности.
Соответствие требованиям СанПин. У нас есть все необходимые документы, у нас есть заключение Роспотребнадзора о том, что платформа мобильного электронного образования можно использовать в детском саду. Конечно же, это не будет использование в равной мере для детей 3 лет и для детей подготовительной группы, но на этот счет также у нас есть методические пособия и все необходимые рекомендации. МЭО универсально относительно всех существующих программ дошкольного образования. И любая из программ, которые пользуются детский сад, она без проблем может быть, контент МЭО может быть интегрирован в эту программу, то есть у воспитателя не возникает никакой проблемы с этим. Можно ознакомиться на этапе подключения с календарно-тематическим планированием. В общем-то, вы это можете сделать даже у нас на сайте МЭО, детский сад, где есть возможность посмотреть календарно-тематическое планирование, которое предлагает МЭО, и понять, насколько оно может быть сопоставлено с тем, которое вы используете. Обширная база дополнительных материалов, хрестоматийные материалы, иллюстративный ряд, музыкальные произведения – все это также уже есть в мобильном электронном образовании, подобрано под конкретные темы, конкретные тематические недели и, ну, конечно же, соответствует возрасту. Преемственность курсов дошкольного и начального общего образования также присутствует, она прослеживается, и эта тема, конечно же, не для одного даже вебинара отдельного, и на эту тему мы ведем курсы повышения квалификации отдельные. Ну и, собственно, есть также отдельные инструменты для того, чтобы, вот, если говорить подробнее о преемственности, так как сегодня мы с вами начинаем цикл вебинаров по сопровождению методическому, среди этих вебинаров обязательно будут и те, которые посвящены преемственности. Так же, как и, конечно же, рабочей программе воспитания, потому что МЭО – это еще инструмент реализации рабочей программы воспитания. Мотивация детей повышается, безусловно, за счет использования интерактивных объектов, которых в каждом курсе порядка 400. То есть при подключении к одному из курсов МЭО вы получаете около 400 интерактивных объектов. Причем они могут быть как такими информационными, так и задания-тренажеры. Тоже чуть подробнее о них расскажу. Ну и, конечно же, опять же, удобные сервисы коммуникации всех участников образовательных отношений. Возможности цифровой образовательной среды на детский сад, ну вот, перечислены на слайде, то есть создание безопасной, конвергентной, то есть смешанной среды социализации дошкольников, формирование функциональной грамотности, выстраивание индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка как раз за счет использования инструментов специальных, подготовка к школе, организация педагогами дистанционной работы, это все тоже возможно делать с помощью инструментов. Использование родителями для занятий с детьми – это очень важный момент, потому что при подключении к мобильному электронному образованию доступ к платформе получают не только педагоги, не только воспитатели, не только, вернее, воспитатели, но и педагоги, все, которые работают. То есть это и музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, и логопеды, и психологи, то есть все те, кто имеет отношение к образовательному процессу. И каждая семья также получает доступ, то есть у родителей тоже есть возможность смотреть те же самые темы, рассматривать с детьми, если их, например, нет по какой-то причине в детском саду, и выполнять задания. Ну, и коммуникация в сетевом пространстве. Опять же, такой вот очень важный момент. Реализация содержания образовательных областей. Ну, тут понятно, мы говорили о том, что абсолютная реализация федерального государственного стандарта, поэтому, конечно же, всем 5 образовательным областям уделяется внимание. И МЭО – это не набор разрозненных каких-то цифровых объектов или ресурсов, но и такие системы выстроены тематические недели, где уделяется внимание всем 5 образовательным областям в разном формате, в разной форме, но так или иначе везде это есть. Не буду на этом останавливаться подробно. Основные особенности содержания. То есть вот здесь, конечно, если уже знакомы с платформой, то уже об этом знают наши детские сады. Если еще нет, то предлагаю зайти на наш сайт и получить демо-доступ, чтобы ознакомиться с тем, как выглядит цифровая среда и как она системно организована. Но могу сказать, что каждая из курсов – это системно организованный курс на весь год учебный, 36 тематических недель, 180 занятий по количеству дней. Каждая тематическая неделя имеет хрестоматийные материалы и медиатека. То есть это все тексты и стихотворные, и прозаические, которые подобраны к данной конкретной теме. И все это можно найти в самой платформе, то есть не ссылками на другие сторонние сайты, а все это вшито в саму платформу. И медиатека, то есть музыкальное сопровождение к каждой также теме. Методические рекомендации для педагогов – это и педагогические задачи, и
целевые ориентиры и различные советы воспитателю и так далее. И как раз вот то, о чем я говорила. Более 400 интерактивных объектов в каждом курсе. Тематический сценарий образовательной деятельности, то есть подробный план, сценарий, как использовать эти объекты в контексте, например, занятия. Ну, понятно, что это может быть не только на занятии, но и в другие какие-то моменты режимные. И на прогулке можно использовать какие-то элементы и в других различных ситуациях. Также можно ориентировать родителей на использование либо отдельных каких-то, опять же, объектов, либо бесед с детьми и так далее. Вот советы воспитателю как раз представлены здесь, как пример, рубрика «Интерактивные объекты». Вот, например, здесь «Управляй роботом». Это пример задания тренажера на составление простейшего алгоритма. Также есть, да, подчеркиваю, что задания в МЭО разноуровневые и могут быть направлены на самые разные навыки, умения. То есть мы можем здесь, вот, например, мы предлагаем посчитать какие-то объекты и соответствующую цифру поместить рядом с ними, выбрать из множества предметов или, например, вот как здесь животных, мы выбираем нужные нам объекты и перетаскиваем их в определенное поле. Здесь мы слушаем звуковой фрагмент и выбираем, сколько звуков мы услышали, столько предметов помещаем на поле. Здесь слушаем отрывок из классического произведения и подбираем к нему соответствующую эмоцию. То есть это вот самые разные задания тренажера. И что очень важно, почему они, собственно, называются заданиями тренажерами, потому что ребенок может всегда получить обратную связь от системы. Когда он выполнил задание, он нажимает на кнопочку такую и получает надпись «Молодец» и улыбающийся смайлик. Либо если он выполнил задание неправильно, то он видит надпись «Попробуй еще раз» и грустный смайлик. То есть даже если ребенок не умеет читать, то он поймет правильное задание. Есть еще другие анимированные персонажи, которые также демонстрируют реакции на то, что ребенок сделал. То есть либо они радуются, либо расстраиваются. Это вот обратная связь, которую ребенок получает моментально. То есть даже если он делает это не в детском саду под руководством, например, воспитателя, а дома самостоятельно, то он все равно понимает, правильно ли он выполнил. Ресурсы для работы специалистов. Это также отдельные вебинары проходят. Обязательно будет в ближайшее время такой вебинар тоже для работы узких специалистов, работающих в детском саду. Ну, например, задания, объекты, которые может использовать музыкальный руководитель. Есть физкульт-минутки в каждом из сценариев тематической деятельности. Есть физкульт-минутка, которая также тематически соответствует тому, что рассматривается в данный момент. То есть если, допустим, мы говорим об осени, то и физкульт-минутка будет на тему «Осень». И очень подробно прописано, что должны делать дети при этом. Есть рубрика «Блог психолога». Ну, это, конечно же, не единственная. Не только эта рубрика может быть полезна психологу, но и другие многочисленные объекты и разный формат деятельности можно использовать при этом. То есть, ну вот здесь, как пример, дано блок психолога, игра «Голова в глаза», дыхательные упражнения, игры на снятие эмоционального напряжения и так далее. И объекты, которые могут быть полезны при подготовке к школе. То есть такой вот объект готовности идти в школу, например, когда мы можем с детьми обсудить какие-то вещи, которые будут происходить с ним в школе. Ну и вот как раз-таки последний слайд в этой такой ознакомительной презентации, так скажем, это взаимодействие с семьей. То есть наша платформа, она предлагает инструменты для того, чтобы можно было наладить эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений. Когда детский сад подключается к платформе, каждый из участников получает свой уникальный логин и пароль, с помощью которого он может зайти в платформу. Это очень важно не только потому, что у всех есть инструменты для взаимодействия, но и потому, что ребенок, даже, допустим, в подготовительной группе точно ребенок уже понимает, что у него есть какой-то свой аккаунт в социальной среде, и он туда должен заходить под своим настоящим именем и фамилией, потому что это все-таки образовательная организация, и это уже готовит его к тому, что дальше с ним будет происходить в школе, опять же. Кроме того, это также готовит и родителей к тому, что будет происходить с ними, когда они станут родителями школьников. То есть все это взаимодействие с электронными журналами, электронными дневниками и так далее. Здесь уже можно понять, что вот есть такая платформа, на которой воспитатель может написать какое-то сообщение, которое нужно прочитать, выполнить задание и так далее. Это уже такая некая тренировка перед школой тоже. Когда родителю необходимо связаться с каким-то, например, педагогом детского сада, он также может зайти в платформу и написать ему, например, сообщение и пообщаться с ним.
Как это сделать более подробно, я покажу с помощью уже самой платформы. Так, секунду. Теперь зайти на платформу. И так. Видно, да, надеюсь, на экран. Коллеги, подскажите, пожалуйста, нормально, да, видно демонстрацию экрана? Угу, видно, хорошо, спасибо большое. Итак, значит, мы видим перед собой сейчас личный кабинет педагога. Здесь пока еще роль учитель, но на данный момент у нас происходит сейчас переход на другой сервер, то есть у нас будет отдельный сервер для дошкольного образования, и там уже будет понятно, что это действительно роль воспитателя или другого педагога. Но всегда важно обращать внимание на то, под какой роли вы зашли, потому что вы можете быть не только, например, педагогом, но еще и родителем ребенка, который посещает детский сад. И вот если вы зашли, например, на платформу, чего-то не увидели, то, возможно, вы зашли не под той ролью. На данный момент я нахожусь здесь как воспитатель и вижу образовательные курсы как раз. Не будем сейчас немножко не в формате нашего вебинара, не буду заходить в сами курсы, представление о них, я надеюсь, вы получили. Покажу вам именно инструмент для взаимодействия. Первый инструмент – это личные сообщения. Личные сообщения – это аналог электронной почты. Но чем он удобнее? Во-первых, конечно же, это защита. Это абсолютно безопасная система, то есть сюда нельзя попасть ни по каким ссылкам. Сюда могут попасть только те люди, которые имеют, как я уже говорила, индивидуальные логины и пароли, присланные мобильным электронным образованием. И при подключении детского сада все получают свои входы. И здесь уже, когда вы заходите и видите свои инструменты, вы понимаете, что вы можете зайти и написать сообщение любому человеку, который вам нужен. То есть вам для этого не нужно искать его персональный электронный адрес или его номер телефона, то есть все уже сюда внесены. И что очень важно, внесены они сюда под своими настоящими именами и фамилиями. И вот если, например, воспитателю необходимо написать сообщение родителям, всем сразу родителям или каким-то конкретным родителям, то он может сделать это двумя путями. Создать диалог или создать рассылку. Ну, чем отличается диалог от рассылки? Например, мы хотим донести до родителей какую-то информацию. Ну, например, что будет родительское собрание. Так, ну, мы должны написать название нашего диалога. Здесь, конечно же, лучше писать, что это собрание группы, например, там, не знаю, пчелки. Вот. И, например, число, когда это будет происходить. Для того, чтобы при взгляде на название этого диалога воспитателю было сразу же понятно, о чем речь в этом диалоге шла. Дальше у меня это демонстрационный аккаунт, поэтому у меня здесь вот такие вот названия, да, вернее, имена пользователей. У вас, конечно же, когда вы зайдете под роль воспитателя, здесь будет прописана вся ваша группа. И причем здесь можно по желанию, конкретно по запросу конкретного детского сада, мы можем выдать логин и пароль не только на детей, но и на родителей отдельно. То есть понятно, что дети дошкольного возраста, они сами не зайдут сюда и не будут что-то делать. Скорее всего, это будут родители. Поэтому вам нужно просто выбрать либо всю группу сразу, либо конкретных родителей, например, вот так, и создать диалог. Вот такое поле мы видим. Здесь мы можем написать какой-либо текст. Ну, например, уважаемые родители, приглашаем вас присоединиться к родительскому собранию, которое пройдет, онлайн-собранию, которое пройдет в такое-то время, в такой-то день. Если вы хотите, чтобы, например, родители перед тем, как они придут к вам на собрание, ознакомились с каким-нибудь документом, или вы им предлагаете, может быть, какие-то дополнительные там кружки посещать или что-то еще, то вы можете приложить здесь любой документ, который хранится у вас на компьютере, то есть вот с помощью такой вот скрепки мы можем открыть и любой документ, презентацию, картинку, все что угодно сюда добавить. Кроме того, здесь есть возможность записывать голосовые сообщения для того, чтобы, например, если вы хотите пообщаться с ребенком и в личных сообщениях и донести до него какую-то информацию, вы можете записать голосовое сообщение для него. И отправляем. То есть вот в этот момент, когда вы отправили сообщение сразу нескольким людям, вот у нас, как видите, здесь 4 пользователя добавлены в этот диалог,
Они получают это сообщение и начинают на него отвечать, и все это происходит в формате чата, то есть в том самом привычном нам всем формате, как, например, мы общаемся с воспитателями, с родителями в чатах мессенджерах. То есть все видят ответы друг друга. Но не всегда воспитателю это удобно, потому что бывают ситуации, когда ему необходимо донести какую-то информацию сразу до всех, но при этом получить ответ индивидуально от каждого. Это, например, может касаться сбора каких-то персональных данных, например, заявления какие-то, или, может быть, копии документов. Вот тогда нам на помощь приходит рассылка. Рассылка – это принцип тот же самый, то есть мы вводим какое-то название, ну, например, мы собираем заявление, там, какое-то заявление, да, там, прививка, там что-то еще, заявление на согласие на психолого-педагогическое сопровождение, к примеру, ну что-то такое. И опять же мы выбираем здесь определенных людей или всю группу сразу и создаем рассылку. Здесь мы пишем текст, все то же самое, прилагаем документ и отправляем. И здесь очень важно понимать, что когда люди, получившие от вас один и тот же текст, один и тот же документ, начнут вам отвечать, то они друг друга ответы видеть не будут. То есть будете их видеть только вы. И это важно как, в частности, если мы говорим о персональных данных, так и в каких-то других ситуациях. Ну, например, даже фотографии какие-то нужно собрать, чтобы вот не было какой-то путаницы, и вам было понятно, что вот эта фотография пришла от этого человека, это от этого. И они присылают вам не один, например, в мессенджер прислал куда-то, другой в электронную почту, там третий еще куда-то. Вот этого всего нет, все это здесь, все в одном месте, вам все понятно, где и что и от кого. То есть вот это вот принципиальная разница между диалогами и рассылками. Естественно, это можно использовать не только для таких вот информационных рассылок. Здесь можно общаться с ребенком, здесь можно устраивать какие-то обсуждения любых каких-то вещей с родителями. То есть в дистанционном формате у нас были случаи, когда вот во время пандемии, например, ну это больше школы касается, но и в детском саду, в принципе, тоже, когда целые прямо вот уроки проходили в личных сообщениях, когда какие-то сложности, например, если есть с интернетом в регионе, к примеру, и видеоконференция не может быть использована, то как раз вот в личных сообщениях прямо дети писали свои там ответы на вопросы педагога, и вот в таком формате, ну, как проходил урок. То есть масса возможностей использования диалогов и рассылок для того, чтобы наладить отношения, взаимоотношения между участниками образовательных отношений. Ну, естественно, можно писать сообщения своим коллегам, они тоже все сюда уже внесены при подключении. И, конечно, для родителей тоже это важно, потому что если родителю необходимо написать сообщение не воспитателю, а, например, психологу, или ну, вообще как-то с ним пообщаться, то он вынужден искать его телефон или электронный адрес, или еще что-то, какую-то личную информацию, либо приходить в детский сад и в приемные часы этого человека. Вот все это делать не нужно, то есть можно просто зайти в mail, выбрать фамилию психолога из списка и написать ему сообщение, спокойно ожидать ответа и потом уже переходить на какой-то другой там, вариант общения с ним. Вот это что касается личных сообщений, то есть это один из очень таких удобных инструментов для взаимодействия. Теперь мы с вами должны посмотреть, как выглядит видеоконференция. Так, секундочку, я сейчас... нужно остановить демонстрацию. Видеоконференция. Чтобы перейти к демонстрации видеоконференции, так, теперь снова демонстрация экрана. Итак, мы выбираем в списке инструментов конференции и создаем конференцию. Здесь нужно ввести название. Ну, например, у нас это будет называться там, встреча. Какая-то встреча с родителями, с детьми, неважно. Дату начала мы должны здесь выставить, время начала и длительность. Ну, здесь мы всегда советуем длительность больше выставлять для того, чтобы ну, не было проблем, если вдруг нужно будет перезаходить людям. И создаем конференцию. Обратите внимание, что когда мы создали эту конференцию, пригласили, так вот я как раз-таки сейчас не пригласила на нее
подробнее, да. Нужно пригласить на нее, конечно же, пользователей. Мы можем сделать это либо по ролям, если нам нужны дети, родители, коллеги, то есть мы можем сделать по ролям, либо поиск по участникам. У меня в моем демонстрационном аккаунте два ребенка. Это Мария Смирнова и Алиса Петрова. Вот я хочу сейчас провести встречу с двумя вот этими вот своими воспитанниками. Я сохраняю эту информацию. В этот момент, когда я пригласила их на видеоконференцию, у них вот в таком вот инструменте в органайзере появилось уведомление о том, что у них назначено событие. Значит, вот такое вот событие, что я, Елисеева Виктория Александровна, приглашаю на конференцию. И прямо из этого органайзера можно перейти в видеоконференцию. Так, да, что-то так можно сделать. Вот мы переходим сюда. Подключаемся. Включиться у нас не получается сразу. Ну, начать. И вот мы заходим в видеоконференцию как организатор. У нас спрашивают, как мы хотим войти в аудиоконференцию. С помощью микрофона мы будем что-то говорить или только слушать. Так как сейчас я демонстрирую видеоконференцию через Мирополис, то я не буду включать микрофон, потому что будет, соответственно, нарушение. Поэтому я захожу с помощью инструмента вот этого «только слушать». Но понятно, что если вы собираетесь вести эту конференцию, то вам лучше зайти с помощью микрофона, использовать микрофон. Это вот приветственная страница, пугаться ее не следует, она просто вот нам сообщает о том, что мы пользуемся таким инструментом. Если мы нажмем вот здесь вот слайд следующий, вот так, то мы попадаем в аналог такой интерактивной доски. То есть мы видим чистый лист. Я прошу моих коллег сейчас зайти под ролями воспитанников для того, чтобы мы могли продемонстрировать возможности видеоконференции. Сейчас мы пару минут ждем, они подключатся, и мы сможем посмотреть все возможности. Ну, начну я с того, что вот у нас Лариса Петрова подключилась. Как видите, слева, да, вот Мария Смирнова. Слева у нас список пользователей. Мы можем с помощью вот такой вот шестеренки управлять ими. То есть мы можем выключить им все микрофоны, можем выключить микрофоны у всех, кроме ведущего. Сохранить имена пользователей для того, чтобы они не могли менять свои имена. Это, ну, понятно, что для дошкольников это, наверное, не такой актуальный момент, но и в школе такое, наверное, знаете, такое было во время дистанта, когда дети заходили под чужими фамилиями и вплоть до того, что срывали уроки. Можем заблокировать каких-то участников. Ну, есть тут еще другие инструменты, которые чуть позже покажу. Так, у нас здесь есть общий чат. То есть вот здесь мы можем отправлять сообщения. Скорее всего, воспитанники, конечно же, будут находиться возле своих компьютеров и ноутбуков не одни, а с родителями. Поэтому вот у родителей есть возможность написать какое-то сообщение в общем чате. Далее, когда мы зашли вот в конференцию, у нас, конечно же, первый такой этап – это объяснить, показать детям, какие вообще есть возможности, как они могут действовать в этой видеоконференции. То есть мы должны научить ребенка экспериментировать с разными инструментами, которые здесь есть. Ну, для этого есть такая вещь, как многопользовательский режим. Я хочу обратить ваше внимание, что у каждого из пользователей есть возможность включить-выключить микрофон, камеру и демонстрировать свой рабочий стол, если это ему разрешит организатор. Также мы можем эту встречу записать и потом отправить, посмотреть, например. Ну, опять же, это важно, конечно, для тех, кто отсутствовал по какой-то причине, или, например, если нужно что-то там пересмотреть. И вот вы видите, что появляется на этой интерактивной доске курсор с указанием, кто это действует в данный момент, чей это курсор. То есть вот это Виктория, это я, организатор этой конференции. И вот мои два воспитанника, Мария Смирнова и Лариса Петрова. То есть что мы с ними можем делать здесь? Я включила многопользовательский режим, поэтому у них есть возможность использовать инструменты. Инструменты здесь какие? Во-первых, мы можем писать текст. Ну вот, например, таким образом, да, какой-то текст. Для дошкольников это, опять же, наверное, не так актуально. Но здесь есть, кроме того, еще возможность
рисовать линии, такие вот различные фигуры, треугольники, круги, квадраты. То есть вот это все мои воспитанники сейчас могут попробовать сами, потому что я включила именно пользовательский режим. Есть возможность выбрать, вы видите, что у одной из девочек красная линия, у другой фиолетовая. Можно вот другую выбрать. То есть у нас есть возможность выбирать цвета. То есть вы можете изначально распределить между своими воспитанниками цвета и уже знать, кто из них какого цвета будет рисовать какие-то предметы, объекты. Также можно выбрать толщину линии. То есть в зависимости от наших задач мы можем выбрать либо совсем тонкой линии рисовать, либо более толстой. То есть вот мои сейчас воспитанники экспериментируют с разными инструментами, с толщиной линий, с фигурами и так далее. Уже на этом этапе мы можем отработать такие вещи, как большой, маленький, там, толстый, тонкий, разные цвета, разная форма. И уже, конечно же, переходим к разговору о мелкой моторике. То есть, скорее всего, это все происходит, ну, в идеале так и должно быть, потому что мы говорим о общении с детьми и, конечно, не можем использовать в данном случае телефоны. Это должен быть либо компьютер, либо ноутбук, чтобы там была мышка, и дети могли всем этим. Вот. Да, это то, что касается экспериментов. А многопользовательский режим я в любой момент могу выключить. Таким образом, и мои воспитанники лишаются возможности пользоваться своими инструментами. И могу очистить все пометки. То есть могу все это удалить и начать сначала, например. Это что касается инструментов. Теперь мы с вами рассмотрим возможности других. Какие здесь еще есть? Да, вот под этой же шестеренкой есть такая полезная вещь, как написать скрытые субтитры. Здесь мы открываем такое вот поле, на котором можно написать, например, план вашего занятия или какие-то вещи, которые вам нужно запомнить, не забыть. Это то поле, которое видит только организатор конференции, то есть пользователи его не видят. Это очень важно. Сюда вы можете поместить какие-либо ссылки, например, если вам нужно демонстрировать какие-то видеофрагменты. Ну, то есть все то, что вам должно быть под рукой для того, чтобы не переключаться между вкладками, между сайтами и так далее. Это скрытые субтитры. Также есть еще один такой вот плюсик, где скрываются три функции. Первое – это начать голосование. Ну, например, мы можем с детьми провести голосование. Единственное, что, конечно, дети не прочитают слово, поэтому нам нужно им сказать, что, ну, например, мы задаем вопрос, там, правда ли, что, не знаю, там, трава зеленая, да, говорим, да, нет. В этот момент дети у себя на... Вот я, к сожалению, не могу этого продемонстрировать, потому что у меня аккаунт воспитателя, и в аккаунте ребенка это видно. То есть у них появляется поле, где они могут проголосовать, да или нет. А я, как организатор этого опроса, вижу, что вот у меня двое проголосовали за вариант «да». Я могу для себя опубликовать результаты голосования, чтобы все увидели их. И для себя вижу здесь вот пофамильно, кто как проголосовал. Если я публикую результаты, то фамилии там не будет, будет только процентное соотношение. Это удобно, например, если мы общаемся, ну, с детьми, понятно, это не так актуально, опять же, если мы, например, проводим родительское собрание, и нам нужно провести опрос, к примеру, там, хотят ли родители, чтобы их дети посещали бассейн, например, в дошкольной образовательной организации, просто вот да или нет. И когда они проголосовали, мы можем для них показать процентное соотношение, кто за, кто против, а для себя мы видим вот этот список по фамилиям, кто как проголосовал. Это также может быть полезно в самых разных случаях. Это голосование. Следующее действие, которое мы можем здесь сделать, это загрузить презентацию. Вот таким образом. То есть прямо вот онлайн все делаю, выбираю файл. Таким образом, загрузить. Файл конвертируется, буквально несколько там секунд проходит для того, чтобы этот файл появился. И вот, да, у меня здесь сбилось, потому что это в формате PowerPoint. Нужно делать это, конечно, в формате PDF, для того, чтобы все было корректно. Итак, вот одно из заданий, которое мы можем дать ребенку. То есть по какой дороге надо пойти белочке для того, чтобы дойти до дерева. Тут мы снова включаем многопользовательский режим и просим наших детей показать путь, как они думают, что белочка может дойти до дерева. И в момент, то есть вы, конечно же, можете попросить сначала одного ребенка это сделать, потом другого. Вот я попросила их сделать это сразу одновременно. И мы можем
наблюдать за тем, что они делают. Допустим, вот один из детей сразу моментально провел правильную линию, пришел туда, куда нужно. Второй ребенок, может быть, пошел другой дорогой, понял, что он идет неправильно, и пошел в другую сторону. Если мы дали им возможность сделать это одновременно, то второй может повторить за первым бездумно совершенно. Да? То есть это вот эти все вещи, которые воспитатель для себя, он понимает, какие у него дети, какие у них возможности, какой у них темп. То есть вот эти все моменты можно проследить. В любой момент мы можем это все, конечно же, очистить и снова, например, их попросить что-то сделать другое. Это что касается, опять же, заданий, которые можно выполнять во время видеоконференции. Мы можем поместить на слайде вот такую вот форму просто клетчатого листа и провести графический диктант. То есть, например, я прошу, вот я ставлю точку сама в каком-то месте, да, и прошу одного из моих, например, Марию Смирнову, прошу один шаг сделать вправо. Вот она мне делает один шаг вправо. Дальше я могу работать с ней, могу попросить другого ребенка сделать, например, два шага вниз. Вот у меня Лариса Петрова делает два шага вниз. И вот таким образом мы можем нарисовать какой-то рисунок с помощью графического диктанта. Есть такой вариант работы. Далее у нас это вот уже пример из самой платформы. То есть это я взяла скрин. Задание, которое есть в платформе. Сопоставь число в окошке с количеством предметов одежды. Причем здесь обращаю внимание, что мы можем ведь не... Когда мы работаем непосредственно с платформой, это у нас задание тренажер. И мы выполняем его только тем образом, которое у нас подразумевается в платформе. То есть мы сопоставляем число в окошке с количеством предметов одежды. Соединяем линиями. Для этого там есть определенный алгоритм. И потом мы нажимаем на галочку и проверяем себя, насколько правильно мы выполнили. Но если мы используем в формате видеоконференции это занято, у нас значительно расширяются возможности. Потому что, во-первых, мы можем попросить сначала их проверить, насколько они помнят цифры. Например, я прошу Марию Смирнову отметить галочкой цифру 3. Здесь мы еще, опять же, следим за тем, как дети у нас понимают выполнение инструкции. Я не включила режим. Да, Марию Смирнову прошу поставить галочку возле цифры 3. Точно так же могу попросить Ларису Петрову, например, отметить мне все предметы одежды, которые носят только девочки. Вот. Лариса мне отмечает, да, платья, юбки и так далее. То есть также мы можем попросить, например, отметить зимние предметы одежды, летние предметы одежды, соединить так вот, как в задании это подразумевается, сопоставить число с количеством предметов одежды. Ну и так далее. Вот все, на что хватит фантазии педагога, в общем-то. С любой из заданий мобильного электронного образования можно брать, делать с него скриншот и использовать его во время презентации, во время показа презентации на видеоконференции. Кроме того, конечно же, вы можете эти задания также давать детям с помощью демонстрации рабочего стола. То есть для этого необходимо включить демонстрацию рабочего стола, найти это задание, показать им, потом попросить ребенка включить демонстрацию и, собственно, посмотреть, как он это выполняет. То есть, есть варианты различные. Далее, следующий слайд, это уже мы здесь можем использовать микрофоны. То есть у моих воспитанников есть возможность включить микрофоны, но сейчас мы этого делать не будем по понятным причинам, но вообще это возможно. То есть здесь вот я, опять же, из платформы, то есть вот эти вот картинки, они взяты из контента МЭО, где дети должны выстроить правильную последовательность картинок. То есть они делают... Сначала они слушают сказку, потом смотрят на эти картинки и выстраивают правильную последовательность. Для этого я, например, прошу кого-то из детей включить микрофон и сказать, что сначала там ежик сделал что-то, потом ежик пошел куда-то дальше и так далее. То есть какую-то вот мы уже понимаем, насколько они могут выстроить последовательность. И вообще все то, что касается речевого развития. Так, все, на этом... Презентация, собственно, у меня закончилась. Я могу ее закрыть, могу оставить ее, как она есть, то есть очистить пометки, опять же, и перейти к какому-то своему следующему заданию. Кроме того, есть еще одна функция видеоконференции под названием «Поделиться видео с внешних ресурсов». Здесь мы, например, хотим ребенку показать какое-нибудь развивающее видео, мультфильм или там фрагмент какого-то фильма развивающего с другого сайта, который мы нашли.
или, например, из самой платформы. Ну вот, к примеру, если я зайду на платформу мобильное электронное образование и здесь найду какое-то видео, которое мне необходимо показать ребенку, ну вот, например, объект «Едем к теплому морю». Здесь важно, ну вот, так, тут у меня проказу. Мы запускаем этот объект, копируем ссылку и вставляем вот сюда, в это поле. И, собственно, мы все смотрим здесь это видео и слышим звук. Ну, здесь сейчас мы его не слышим, потому что это Мирополис. Это если мы хотим показать видео из самой платформы. Теперь мы можем прекратить показ этого видео. И вот, к примеру, как это происходит с другими роликами. Ну, например, здесь мы пишем фильм о природе. Все, теперь мы можем взять ссылку. Ну, конечно же, мы советуем заранее эту ссылку посмотреть, насколько она откроется в конференции. Снова делимся видео с лишних ресурсов, вставляем и делимся новым видео. И все вместе смотрим этот ролик. То есть здесь это абсолютно адекватный формат, все это видно, все это слышно и так далее. И что очень важно, если вы вдруг попытаетесь детям показать какое-то видео с непроверенных, каких-то потенциально опасных, вредоносных ресурсов, оно здесь просто не пойдет. То есть вам платформа его заблокирует. Это связано с безопасностью и с тем, что вы не сможете показать ничего такого, что может нанести вред ребенку, вред компьютеру, то есть где есть потенциальная опасность каких-то вирусов или других вредоносных вещей. То есть это тоже очень важно. Ну и последнее, уже так очень коротко расскажу, что так, прекращаем показ, что есть еще возможность показывать, вернее, есть возможность создавать комнаты для групповой работы. То есть это тоже есть вариант разделить детей вручную. Ну, допустим, вот так вот я Ларису Петрову помещаю в первую комнату, Марию Смирнову во вторую комнату. Если у вас здесь будет больше пользователей, то, соответственно, можно их либо вручную распределить, либо разрешить им самим выбирать комнату для групповой работы, либо распределять их случайным образом. И когда мы создаем такую комнату, так, да, вот комната для групповой работы. И вот мы видим, что у нас комната номер один – это Лариса Петрова, и можем присоединиться к этой комнате. Комната номер два – это Мария Смирнова. Присоединяемся к комнате. То есть вы, как организатор этой групповой работы, можете переходить из комнаты в комнату и смотреть, что делают дети. Ну, например, мы здесь ребенку дали какое-то задание, он его выполняет. Мы можем зайти, проконтролировать, пообщаться с ним, включить камеру, микрофон. Ну, как правило, камеры и микрофоны включаются изначально у всех, кто заходит, потому что это такое камерное взаимодействие. Ну, понятно, что здесь могут быть самые различные задания, мы можем попросить включить демонстрацию стола и так далее. То есть это уже абсолютно автономная конференция такая, внутри той конференции. Как видите, вот вверху написано, что до конца групповой работы осталось, ну, я там не задала конкретное время, там автоматически 15 минут по умолчанию. И вот осталось до конца. 14 минут. То есть, соответственно, когда закончится это время, то все пользователи вернутся автоматически в ту первую конференцию, да, и мы все снова сможем вместе обсудить. Можем в любой момент завершить групповую работу во всех комнатах сразу. Это может быть полезно не только с детьми, но и с родителями по каким-то там причинам, и с коллегами, если проходит, например, какое-то совещание, групповая работа нужна и так далее. То есть это вот возможность сделать. Завершили работу во всех комнатах. Но, к сожалению, очень коротко я познакомила вас с инструментами. Можно, конечно, очень много говорить о том, что можно и мелкую моторику развивать, и что-то можно закрашивать, что-то можно давать детям образцы, которые они должны повторить, например, на интерактивной доске. То есть мы там рисуем для них что-то, они это повторяют, ну и так далее. То есть это вот фантазия педагога и возможности видеоконференции МЭО. Теперь я хочу передать слово Михайловой Ирине Алексеевне, заместителю заведующего по воспитательно-методической работе, наши коллеги, которые с нами давно работают, детский сад номер 7 «Антошка» города Урай, Ханты-Мансийского автономного округа. Ирина Алексеевна, вам слово. Конечно же, нам очень интересно услышать, как все это происходит на практике в реальном детском саду. Так, Ирина Алексеевна, у вас выключен микрофон. Да, добрый день. Я вижу, ага, сейчас секундочку. Я хорошо, к сожалению. Коллеги, может быть, только я не слышу тогда. Слышно меня? Напишите об этом, пожалуйста.
слышно. Виктория, меня слышно? Что-то у меня какие-то сложности, к сожалению. А, Виктория, меня слышно? Ага, все. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Михайлова Ирина Алексеевна. Я являюсь заместителем заведующего по воспитательно-методической работе. С 2020 года наше дошкольное учреждение стало экспериментальной площадкой по использованию цифровой платформы мобильное электронное образование в образовательной деятельности. На сегодняшний день, с учетом новых участников, в проекте приняло участие 145 детей, чуть больше родителей. Оп, извините, сейчас я вернусь в самое начало. Так. 145 детей, чуть больше родителей, и обучено активному использованию в работе цифровой платформы мобильное электронное образование 14 педагогов и 4 специалиста детского сада. Тема моего сегодняшнего выступления посвящена эффективным практическим примерам взаимодействия участников образовательных отношений. Все мы знаем, что участниками образовательных отношений являются не только педагоги, специалисты и дети, но и самые главные наши помощники – это родители. Как же именно их вовлечь в совместную работу, да еще и привлечь к использованию дома цифровой платформы мобильное электронное образование? Вот об этом я бы и хотела сегодня рассказать. Скажу сразу, что эта задача не из простых, и каждый год мы сталкиваемся с протестом, отрицанием и негативом со стороны родителей. Но по истечении времени использования платформы и работы с ней процент таких родителей, конечно, значительно уменьшается. Конечно, мы начали свою работу с платформой в 2020 году, и это был период самоизоляции. Вот именно в тот момент у нас не возникло большого труда убедить родителей зайти в личный кабинет или подключить ребенка, или подключиться самому к мероприятиям группы с использованием платформы. Платформа стала на тот момент единственным средством общения детей между собой и с педагогами, родителей и сотрудников детского сада. Мы организовывали очень много разных мероприятий, как образовательных, так и вечерние посиделки с родителями, родительские собрания, индивидуальные консультации и даже встречи управляющего совета. Но период самоизоляции прошел, дети и родители стали чаще встречаться офлайн, и нам пришлось находить все новые формы и средства для вовлечения родителей в использование платформы. Детей вовлечь, в первую очередь, самых первых участников образовательных отношений, гораздо проще. Сегодняшние дети живут в двух мирах – реальном и виртуальном. Как бы нам иногда не хотелось это признать, но сегодняшние дети не такие, как мы. Им интересен и актуален виртуальный мир. Они с удовольствием взаимодействуют как онлайн с всей группой, так и онлайн именно с теми детьми, которые отсутствуют. Наши подготовительные группы научились самостоятельно пользоваться платформой, а некоторые дети стали соавторами разработок заданий для квестов и викторин совместно с педагогами и родителями. Что же касается родителей и педагогов, это, конечно, другой вопрос, это другое поколение. Но без их совместного сотрудничества нам не добиться высоких результатов. Первое, что привлекло родителей к использованию платформы, это отсутствие ребенка в детском саду. Будь то болезнь, отпуск или период самоизоляции. Теперь нет преград для того, чтобы ребенок взаимодействовал с остальными детьми, педагогами и специалистами. Мы подключаем отсутствующих детей к групповым мероприятиям, работе со специалистом или просто с помощью личных сообщений отправляем задания или материалы. Таким образом, родителям дома есть чем занять ребенка. Этот прием помогает нам правильно смотивировать ребенка на последующую деятельность, создать ему ситуацию успеха, веры в его значимость того, что делает малыш. А педагогу, в свою очередь, онлайн-формат с отсутствующими детьми позволяет в реальном времени видеть успехи и проблемы ребенка. Повторюсь, мы увидели, что для ребенка это ценно, а то, что ценно для ребенка, однозначно оценит родитель. Каким же образом проходит планирование работы? В начале года учебного на каждой группе составляется план работы с использованием платформы МЭУ.
Каждый педагог просматривает весь контент библиотеки курсов и расписывает, в каких образовательных мероприятиях и областях можно использовать тот или иной материал. Какой материал можно использовать в составлении квестов, какой в викторинах, что-то может быть на индивидуальные расписывается мероприятия, что-то для консультаций индивидуальных и так далее. Весь этот план у нас утверждается на учебный год, но это не говорит о том, что мы не вносим никакие коррективы. В течение года, когда появляются какие-то интересные мероприятия, задумки, мы, конечно же, вносим в этот план для того, чтобы на следующий год у нас был более полноценный и полный план для работы с платформой. А в 2020 году мы смогли использовать цифровую платформу в рамках участия нашего педагога в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» и смогли продемонстрировать жюри образовательное мероприятие с онлайн-подключением отсутствующих детей. Жюри высоко оценило данное мероприятие. Я бы хотела сейчас вам показать, каким образом это происходит. Так. Сейчас я продемонстрирую вам видеоролик как раз такого мероприятия конкурса «Педагог года». Настя с Егором. Они у нас будут дистанционно. Здравствуйте, Настя с Егором. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Мы очень рады вас. Они у нас будут Так, ну вот, к сожалению, плохо демонстрирует, но видно, что ребята были подключены к мероприятию и участвовали вместе с педагогом в образовательном мероприятии. Так. Специалисты также подключаются к проведению онлайн-мероприятий. Например, педагог-психолог проводит игры с детьми на развитие психических процессов. В личных сообщениях мы подкрепляем письменные рекомендации, видеоролики, которые помогают родителям продолжать работу дома с детьми самостоятельно. Особенно это важно при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Учитель-логопед проводила индивидуальные семейные онлайн-встречи, например, с детьми, которые посещают логопункт. Но и очень удобно работать и с детьми логопедических групп, так как чаще всего родители таких детей более заинтересованы в коррекции развития своего ребенка. Ранее дети просто посещали занятия с логопедом в детском саду, а теперь и родители стали полноценными участниками этих занятий. И это играло свою положительную роль, так как после окончания занятия фокус родителя на решение речевых задач остается, и в течение дня он больше внимания уделяет качеству речи своего малыша. Ну, если сейчас получится, то я вам продемонстрирую такой же видеосюжет работы учителя-логопеда. К сожалению, не показывает. Так вот. Сначала нам нужно размять круговую мышцу рта. Это мы будем делать упражнение. Заборчик, трубочка, да, его можно... делать сначала по одному заборчик, да, научиться, потом трубочку. Можно так, ну вот да, чередовать. Зависло, Аня, давай попробуем. В общем, заборчик, зубки видео, вместе, учитель логопед как раз да, проводит индивидуальную консультацию в домашних условиях с родителями совместно с ребенком и дает определенные рекомендации. Второе. Мы разработали и подобрали необычные формы работы с детьми с использованием платформы для того, чтобы освоить или закрепить различные материалы. Например, очень популярным стал блог «Наш край».
В нем у нас разработаны квесты, видеозагадки, лабиринты, викторины. Приведу пример. Например, сейчас у вас на экране пример квест игры «Хочу все знать о родном крае» для детей подготовительной группы. Дети ежедневно получали задания посредством матрицы или сообщений. И только после его выполнения им приходила буква или цифра, которые собирались в завершение квеста в слово или картинку. Задания педагоги разрабатывают как сами и прикрепляют материал в сообщении. Это может быть видеоматериал, аудиозапись или сообщение для родителей. Также мы выбираем и материалы для квестов из библиотеки курсов платформы. Следующее задание без выполненного предыдущего получить нельзя. И в выполнении задания обязательно нужна помощь родителей. Таким образом, посещаемость платформы родителями повышается, да и банальное времяпрепровождение детей и родителей увеличивается. Победителей и участников квестов мы обязательно награждаем на значимых мероприятиях детского сада. Это очень почетная традиция и еще один стимул для использования платформы. Несколько таких квестов переросли в совместные проекты педагогов, детей и родителей и приняли участие в конкурсах различных уровней, занимая победные места. А на некоторых образовательных мероприятиях видеозагадки или викторины, которые ребята проходят и изучают дома, становятся началом изучения нового материала или темы. Еще одной формой, которая для нас стала как раз-таки открытием, стали вечерние посиделки с педагогами. Не родительские собрания и не консультации. На таких посиделках с родителями не нужно слушать монологи педагогов, а просто за чашкой чая можно поделиться своими идеями, пожеланиями, обсудить проблемы или вопросы насущного дня. Какие события можно вместе запланировать события вашей группы? Другим необычным форматом встречи детей, родителей и педагогов стали мастер-классы. В наше сложное загруженное время родителям часто не хватает сил, чтобы прийти на мероприятие в детский сад. Вот тут опять спасает нас платформа. Совместно с родителями выбирается удобное время, чаще всего, конечно, это вечернее или время выходного дня, для встречи на мастер-класс. Вы представить не можете, сколько много разных увлечений оказалось у наших родителей. И этими увлечениями можно поделиться не только с детьми, но и с родителями, и с педагогами. За 2 года использования платформы наши родители показали мастер-классы по вязанию, программированию, использованию полезных приложений телефона, валянию, рисованию в технике шерстяной акварель и еще много интересного. На экране, например, вы видите мастер-класс со стрекозой, который подготовили педагоги, подобрали видеосюжет, разместили его в сообщениях родителям, а потом вместе с детьми получали видеоролики с готовой продукцией детей. Мы проанализировали. Раньше мастер-классы в очном формате, организованные в дошкольном учреждении, посещало не так много родителей. Согласитесь, это, скорее всего, и у всех так. По разным причинам. Теперь их посещают на 30% больше. Так как удобно подключиться в вечернее время прямо из дома, можно параллельно заниматься своим делом, если это мастер-класс для ребенка, и наблюдать за ребенком и помогать ему. А еще мы провели мониторинг и сделали вывод, что, возможно, благодаря таким неформальным встречам в группах, где используется цифровая платформа МЭО, обращений и жалоб родителей практически нет вообще. Вот это для нас стало большим плюсом. Наше взаимодействие участников образовательных отношений не остановилось только на нашем учреждении, и мы пошли дальше. Благодаря творческому коллективу «Мобильное электронное образование», который организовал нам сотрудничество между детскими садами, у нас и появились совместные мероприятия с детским садом «Радость» города Ураль. Мы провели совместную викторину «Умники и умницы», брейн-ринг для дошкольников и мастер-классы для педагогов. И даже провели совместную встречу педагогических коллективов в рамках участия во всероссийской игре «Школа рыбаков фонда». В этом учебном году мы решили составить совместный план взаимодействия наших детских садов. И могу сказать откровенно, это для нас победа. Потому что не секрет, что встреча коллективов разных детских садов
да еще и когда они находятся на расстоянии друг от друга, практически невозможно. Ну или максимум один раз в год может быть. А мы можем встречаться хоть каждую неделю, реализовывать много совместных мероприятий и проектов. Я думаю, такое сотрудничество возможно не только в рамках одного города, а благодаря коллективу МАО это можно сделать и с детскими садами разных городов. Кроме мероприятий, которые мы провели онлайн, детский сад «Радость» предложил нам очень необычную и интересную форму работы. Это челлендж. Они подготовили для родителей и детей нашего детского сада видео поздравления ко Дню защитника Отечества и прислали нам по платформе Mail. Мы, в свою очередь, в ответ подготовили и направили видеосюжеты с поздравлением к Международному женскому дню 8 марта. Эти поздравления видели все родители, подключенные к платформе. Мы получили очень много положительных отзывов и обратную связь от родителей по организованному мероприятию. Ну и на этом мы не остановились. Нашей новой вершиной взаимодействия и сотрудничества стала школа, а точнее качественно новый уровень преемственности между детским садом и общеобразовательной школой. Согласитесь, что совсем другое дело, когда учитель любое свободное время сможет иметь возможность увидеть будущих первоклассников. Или, например, учитель-логопед может иметь возможность совместных консультаций со специалистами детского сада и их родителями. Он воочию будет знать и видеть, какую работу ему предстоит продолжить с детьми в школу. И очень хорошо, когда, например, директор, который может провести собрание с родителями будущих первоклассников, не приглашая их в школу. Заканчивая свое выступление, хочу сказать... Важно, что в наше время многие родители начали понимать, наши дети не такие, как мы. Они живут и развиваются в век информационных технологий. Если уже сейчас, в дошкольном возрасте, они научатся грамотно использовать возможности, предоставленные им такими площадками, то в будущем в школе ведь детей будет затрачено гораздо меньше времени на использование цифровых образовательных ресурсов. Спасибо за внимание. Ирина Алексеевна, спасибо большое. Очень интересное выступление. Вы рассказали нам не только о взаимодействии с родителями, но и о взаимодействии со школой. Это очень важный аспект, конечно. И что между детскими садами можно общаться вот посредством платформы. Спасибо большое. Так, коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Я попробую ответить. Если есть вопросы к Ирине Алексеевне, тоже, пожалуйста, их задавайте. Я пока вот вижу два вопроса. Насколько часто возникают проблемы с подключением при проведении мероприятий с детьми? Я хочу обратить ваше внимание, что сейчас проблемы с демонстрацией видео у нас возникают не потому, что это проблемы с платформой мобильного электронного образования, а потому что мы пытаемся демонстрировать какие-то вещи через Мирополис. Вот. То есть это не имеет никакого совершенно отношения к тому, что проводится в платформе мобильного электронного образования в ее конференции. То есть не возникает таких проблем, как правило. Это первое. Второе. Вопрос был по поводу мобильного приложения. Значит, она может использоваться только на тех устройствах, которые по СанПину больше 10 дюймов экрана имеют. То есть поэтому мы не можем использовать платформу ни на телефонах, ни на каких-то таких небольших устройствах, только вот планшеты, ноутбуки и компьютеры. Но приложение будет, но оно будет в другом уже формате, то есть там тоже будет взаимодействие между разными участниками образовательных отношений, будут какие-то вещи для детей, но, конечно же, вот через браузер использовать можно. То есть родитель может использовать платформу через браузер своего телефона, если, например, ему нужно включить музыку ребенку, которая в платформе есть, или, например, прочитать какой-то текст, там, стихотворение, там, сказку, я не знаю, там, включить, ну, или вот даже просто найти какой-то текст для... Допустим, нужно выучить стихотворение к какому-то празднику, тоже можно найти эти тексты все в платформе. Дальше. Какие еще были вопросы? Все вопросы, которые касаются сертификатов, пожалуйста, либо сейчас вот задавайте их во вкладке «Вопросы», потому что я вижу, есть проблемы с оформлением сертификатов. И еще напишу в чате электронную почту Центра дошкольного образования МЭО.
для того, чтобы вы могли туда еще обращаться. Так, коллеги, еще, во-первых, конечно же, спасибо вам большое, что вы нашли время нас послушать. Нам очень приятно, что было так много людей из разных регионов. И хотелось бы, конечно, очень получить от вас обратную связь, что вам было особенно интересно, полезно, на что, может быть, еще обратить внимание, что вам было бы интересно послушать. Может быть, вы нам подскажете темы вебинаров наших дальнейших, которые у нас будут проходить. Возможно, захотите поделиться своим опытом на этих вебинарах. У нас есть такой формат, как педагогические практики, когда практики именно выходят и делятся своим опытом. Пишите об этом в чат или на нашу электронную почту. Так, что еще у нас, какие у нас есть вопросы в чате? Как работать с электронным журналом или это для школьников? Да, я еще раз хочу сказать, что сейчас, если вы имеете в виду, вы уже работаете, скорее всего, с платформой, и поэтому задаете вопрос про электронный журнал. Действительно, на этом сервере, который сейчас используется, есть инструменты, которые не имеют отношения к детскому саду. Но, к сожалению, пока это так. Но на новом сервере уже не будет вот этих вот инструментов, которые не нужны дошкольникам, то есть электронный журнал там точно не используется. И будут, возможно, какие-то другие сервисы, которые могут использовать и администрация детского сада, то есть там, контроль посещаемости, допустим, еще что-то, выгрузка каких-то данных. Все это будет адаптировано уже конкретно под детский сад на новом сервере. Так, что касается... Можно использовать телевизор и ноутбук. Интерактивная доска, проектор, все это можно использовать, можно не использовать, если этого нет. То есть, ну, конечно же, чем больше каких-то устройств в детском саду, тем больше возможностей. Конечно, можно это все использовать на интерактивной доске. Есть очень много иллюстративного материала, который в хорошем разрешении, который можно на большом экране показывать через проектор. И те же самые, например, задания тренажера тоже можно использовать на интерактивной доске, чтобы дети сами выходили, например, что-то делали, выполняли задания. Обо всем этом мы обязательно вам расскажем на наших вебинарах, покажем, как это происходит в конкретных, опять же, детских садах. Вот, например, 28 сентября у нас планируется вебинар по использованию платформы в группе 3-4, то есть 3-4, для 3-4-летних детей. Приходите к нам обязательно на этот вебинар, мы вам очень подробно расскажем о конкретно этом курсе. Так, еще вопросы. Есть вопрос по цене установки и поддержки. Коллеги, у нас очень гибкая вот эта вот система цен, система подключения для там разных регионов и разные есть варианты. Где-то есть структурные подразделения, где-то группы там малочисленные. То есть это вот нужно уточнять с нашими конкретными региональными представителями, которые работают в вашем регионе, и как с ними связаться, тоже мы вам обязательно расскажем, если вы нам либо напишите на электронную почту, которую я указала, либо свяжетесь с нами по телефону. То есть на сайте также тоже есть информация о региональных представительствах, у нас есть центры наши во многих регионах уже и открываются в других регионах тоже. Соответственно, в каждом городе есть конкретный человек, который занимается подключениями и расскажет вам все про ценник для вас. Коллеги, жду вашей обратной связи, чтобы вы нам поделились вашими впечатлениями. И вижу два слова благодарности, вам тоже большое спасибо. И по конкретно вот по дальнейшим темам, чем вы хотели бы с нами поделиться и что вы хотели бы услышать от нас. Надеюсь, что сегодняшний вебинар был очень вам полезен, интересен. Еще раз спасибо нашим коллегам из города Урай. И пользуясь, опять же, тем, что, во-первых, мы с вами увидимся теперь 28-го на нашем вебинаре, надеюсь, на следующем, а 27-го у нас день дошкольного работника, и я вас всех поздравляю заранее с этим замечательным праздником. Спасибо вам огромное за внимание, ждем вас на следующих вебинарах, связывайтесь с нами, подключайтесь к нашей платформе, у нас много тематических вебинаров, много интересного, методическая поддержка постоянная, и для каждого детского сада индивидуально. Подход. Спасибо большое, всего хорошего.